Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Бульбазавр, как купить бомбу, hello world, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Мы играем на карте Big City. Сиреноголовый гоняется за нами. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Пацаны, я сейчас ставлю сиреноголовых. А можно стрелять с машин? Да, все, они за нами гоняются. Можно стрелять по ним, только у них полмиллиона жизни. Навряд ли ты им что-то сделаешь. Видишь, они убили меня. Ну я его забаговал одного. Да, молодец. Так, давайте берем. Пока они там бегают за пацанами, мы другую тачку садим. Поехали. Угон прыгает. Смотри, что сделать, Дима, смотри. И опять убил меня. Он на месте бежит, ничего. Да я не знаю, какие-то они очень мощные, что ли. Так, ладно. Он мне не дает уехать со спауна. Сразу газу, просто газу, валите. Глупец, ну что ж ты делаешь? Сажусь в какую-то тачку левую, которую удалили. Я свалю сейчас, я смогу. Валим, валим, валим. На гелике. Пацаны, давайте уезжаем этот, на Честные. Там, где это болото вонючее. Туда еду. О, я вижу за мной. О, гонится. Ай-яй-яй, ну чего-то не хватило. Ого, он прыгает. Он по крыше лазит, видели? Мы в следующий раз запишем серию «Защитить вышку». Еще одного убил. Так, я пока мест тут постою. Если машину поярче возьмем. Надо, надо. Вот это машинка. Так, что-то у меня FPS приседает немножко. Ну, не критично. Вы ж машины старые удаляете свои, Z понажимайте. Ну их по всей карте разбросано уже миллион штук. О, да, и 60 кадров сразу стало. Никого не вижу. Вы видите сиреноголовых? Видеть. Я вижу, как они вас мочат. Движок классно работает. Что, еще поставить или не надо? О, я вижу, вот они. Главное не сбавлять скорость. Ой-ой-ой, чуть не перекинулся. Моя машина первая стоит самая. Наваливаем. Димас, ты это видишь? Нет. Не вижу. Это самый забагался. Сиреноголовый. Да? О, я вижу, он танцует чамбу, я к нему сейчас подъеду. Знаете, что хочу посмотреть? А их можно увеличить? Размер. Сейчас попробую увеличить этого челика. Слышь, ты что ты танцуешь? Странно, он сюда вятся не ведет. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Нельзя его увеличивать. Нельзя. Я их поудаляю и поставлю других. Сейчас поставлю те, которые не багаются. Хотя они на этой карте, наверное, все багаются. Давайте вот этих поставим. Нет, давайте прыгучих. Они эпично ходят. Ой, они все забагались. Пацаны, сиреноголовые должны с крыши лететь. Но они не летят. А, они сразу приземляются. Вот. Пошло мясо. Вот-вот-вот, он залазит по крыше прям. Слышь, отвали от меня. Воу. Что он сделает, спрыгнет на меня или нет? Никого нету. Так. Я вижу, он хочет спрыгнуть. Да, они багаются, когда хотят слезть, а там не мешает им что-то. Ух ты, их сколько их там. Вы видели? 10 сиреноголовых. Так, пока никого нет, надо машину срочно взять. Я не успел. И пошел себе спокойной походочкой. Сразу наваливаем. Все за мной. Пацаны, валят они вас? Вот, как всегда, неудачка. Колеса слетели, а нет. Так, по крыше погнал. У меня есть время, чтобы свалить. Погнали. Фух, я вовремя спетлял. Пошел за мной, гонится. Вали, вали, главное не останавливаться. Кто на первой машине этой? Ух, я его перепрыгнул. Shift, прожимаем Shift. Убил, убил чувака. Так, валим, валим, валим. Это нереально, серьезно. Сейчас вообще, да, нереально выжить. Согласитесь, сильно, да, валят? Вообще. А я выживаю каким-то образом.
Но они все идут за мной. Трое точно. А ты где, Димочка? Я на краю карты. У себя на голову крыша спрыгнул прямо рядом со мной. Да? Они как будто пугают, хотят прямо на машину прыгнуть. Ой, я сюда заеду, если что, у меня будет время съехать. Слышу сирена полиции. Или это на карте заскриптовано? Может, с какой-то серии мы танки возьмем? Бульбазавр мочит сиреноголовых. Ах ты жопа, чем ты их мочишь? Да, типа обычная пушечка. Да, обычная. Вон он, я вижу, ходит. Не админская. Так, ждем. Что-то они там багаются, да, пацаны, вы видите? От первого лица. Прикольно. Никого не бывает. Я выживаю. Так, пошел, пошел. Какой-то он ненормальный. Давайте его собьем. Давай, залазь. Так, осталось вообще 4 штучки. Он убил всех. Так, пацаны, сейчас будут другие монстры Хендерсона. Вы готовы? Да. Нет. Как это нет? У вас вообще, пацаны, это кто по мне шмаляет? Вариантов нету вообще никаких. Быстрее улетаем сюда. Стоп-соун прописываем. Я успею, надеюсь, взять машину и свалить. Я только что перепрыгнул. Чё ты меня убила? Все, только не мочите этих под эти монстров этих. Пусть гоняются за нами. Оба, а где они все? Вот они, вот они. Мужики, вы будете прыгать? Они же должны прыгать, да, по идее? Нет, Димас. Да вот здесь вот. Где-то. На карте. Во-во-во, пошли. Чё они не прыгают? Прыгайте, мужики. А, они не видят никого, надо их загреть. Во, все. За мной, за мной, за мной, за мной. А, они, кстати, медленные, можно без шифта лупашить. Медленные. Так, сюда. Пацаны, я их привел к вам. Тут трупы валяются. Я сейчас на ровной площадке катаюсь. А где они все? Поехали за ними. Надо осторожно, то еще сразу замочат. О, привет. О, прыгает, прыгает. Смотрите, что делаю. Ай, козу. Назад, назад, назад. Мой труп схватили и сожрали. Ой, прикольно, он челюсть выдвинул. Так. А еще звук, будто бы он зевает. Да-да-да, есть такое. Как будто хрипение какое-то. Погнали, пацаны. Так, 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 ждем. Слышь, только по мне не мочи, по ним мочи. Молодец, меня сбил. О, вон они, сзади, сзади. Мочи их. Хочу посмотреть, как ты будешь фигачить пушкой. А красота. Молодец, ты меня защищай. Эй, жопа, не трогай меня. Блин, мочи их. Ну опять меня сожрали. Что, будет с моим трупом ходить? Опа, голову снял. Красавчик, и потащил меня. Давайте еще поставим. Пацаны, вы убили их? Не убили, да? Сейчас мы поставим других монстров. Кто у нас тут еще есть? Все просили, давай, чтобы мы хотя бы раз поставили какого-то гигантуса. На. На. А это маленький, такой же, но маленький. Еле двигается. О, какой-то вообще дирижабль. Я к тебе в танк сяду. Я знаю, тут и второе место есть. Во. Только толку, что я сижу. Давай, давай, фигачь его. Красава. Опа. Биг... они, короче, между собой воюют. Он топчет его. Ага. Давайте удалим. Пусть на нас переключается. И пошел. Медленнее. Очень медленно, конечно, идет. Бунтинь делает на всю карту. Он на меня, наверное, загрелся. Да? Раньше не было тени от NPC, а теперь сделали. Опа. Вот это он гигантский просто.
А, они между собой опять же воевать будут. Давайте еще одного поставим. Ого, аж ночь появилась на карте. Чё-то, пацаны, вы их не мочите совсем. А ну пусть схавает меня. Съешь. Чё он сделает? Схватил меня. Да, я вижу себя, я маленький был. О, убили одного, красавчики. Давай ко мне, Дима. А где ты? Погнали. Убили, да, еще одного? Или нет? О, у тебя дым синий? Да. А как ты сделал? Там я кинул потом. Ты как это, в GTA 5 замочил? Кстати, у кого есть GTA 5, сегодня буду на лайв-канал записывать GTA-шку. Кто это тут в этом сидит? Активируй меня. Пацаны, ну что, берите машины. Взять мой танк и нажми правый контур, пожалуйста. Я вам не завидую, пацаны. Прощайте. Вот это жесть. И хитрый там, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.